пока окончательно не стемнело, покажу наш пруд Малиновский. Наверное, так его назовем — Малиновский. Мусора много здесь, очень он там особо. Сейчас покажу, где обычно заезжали. О, вон там видео. Сейчас. И руки трясутся, и шатаюсь, что-то сам уже. Конец дня. Опа, листовин нашел. Это я заберу. Реально, слушайте, офигеть, металл какой-то. Ну, тут, походу, кабеля обожгли. Много их тут. Так. А, ну вот. Кадикрипт. Идут. Сейчас. И вот я сейчас покажу, примерно, где береговая линия обычно. Вот это вот сейчас очень хорошо поднялся. Вот так. Вот видите, вот этот кустик вот этот вот. И вот прям вот полметра, прям 50 сантиметров от него вот туда, юго-западней, скажем так. И вот так он шел. Тут вообще, то есть вот здесь вот. А, вот, вот здесь вот, по-моему. Да, вот, вот тут вот заезжали вот так машины задом и подъезжали туда. Сейчас дальше покажу. Так, вот. Небольшой такой, скажем так. Ну, это гавань, можно назвать, да? А вот то деревце, которое я... В него ударил молния давным-давно, и оно стояло сухое, но очень крепкое. Ну вот, я очень умным образом подготовил его, и оно упало. Все. То есть это уже дрова. Они очень хорошо высохшие. Это, если я не ошибаюсь... Ох, это клен, по-моему, был. По-моему, клен. Видите, у него молния ударила, мелких веточек практически нет, потому что он долго стоял под, на ветру. Так, он что-то опять приходит, даже здесь. А, вон пенек он. Я его, видите, вот тут вот подрубил и подгнил он. Вот так все. Сейчас забегу наверх. Покажу. О, закат. Так, сейчас. Так. А вот это, скажем так, это вот Малиновский пруд. Это его самая, скажем так, северная часть. Там самая южная, вот, вот туда он загибается уголком вдоль дороги. Это на юго-запад. Это вот дамба, который идет на сердце Малиновки вот здесь. И там дальше идет через эту вот дамбочку. Там еще один пруд, потом засниму. Там уже село. Господи, я не помню, как его зовут. Село. Здравствуйте. Как вас зовут? Да. Ну, короче, вот. Все. На этой красоте закончу. Видео, блин, реально красота. Я больше, конечно, гуаши люблю. Акварель у меня лучше получается. Так красиво. Не, карандашом зафигачу что-нибудь такое. И там уже раскрашу. Карандашный рисунок графикой. И дальше акварелью залью. Он будет.